без приключений, как без пряников. Просто не можем. Сначала я захотела, чтобы багаж у нас доставлялся авиакомпанией. В результате мы очень сильно переживали, сможет ли наш багаж доехать из Мюнхена до Арабских Эмиратов, Абу-Даби, из Абу-Даби до Гонконга, из Гонконга до Макао. То есть он без нас вот шествовал. И когда мы в Макао ожидали багаж, лента ехала, а наших рюкзаков все нет и нет, Андрей уже ужасно злился и говорил, что это все из-за меня, что багаж уже все потерялся, никогда рюкзаков мы не найдем, это все я. Короче, я была виновата. Слава богу, рюкзаки приехали, мы их получили, и на этом одна часть закончилась. Сейчас мы в Филиппинах. Остановились в, можно сказать, бунгало на пляже. Ну, это действительно как бунгало выглядит, да? Вот, и в номере есть сейф. Я подумала, почему бы не сложить туда ценности? Ну, какие у нас ценности? Ну, кошелек, например. Мы сложили туда мои деньги и мой кошелек. Ладно, не сложили паспорта, и сейф закрылся. Ладно, он закрылся, но оказалось, что он еще и не пристрелен. То есть его можно и унести из номера. Потом оказалось, что у нас двери, которые выглядят как купе, они, оказывается, вообще не закрываются, ну, потому что сломаны. То есть получается, что в наш номер можно свободно зайти, если знать, забрать этот сейф, так как он не пристрелен, и уйти. Но мы так уже не могли оставить все. Надо было, чтобы уйти на пляж, хотя бы достать оттуда свои вещи. Пришлось вызывать с ресепшена администратора. Она пришла, касса, у нее есть ключи, она может любой сейф открыть. То есть это вообще небезопасно. Она нам открыла этот сейф и показала. Оказывается, в сейфе есть место для батареек. И вот эти батарейки все выпали внутрь сейфа. И этот сейф, в принципе, не мог быть открыт нами, потому что он без батареек, не работает. Вот, мы достали свои вещи, я положила их в сумку и буду таскать с собой. Потому что в номере оставить нельзя. Бог его знает, пускай тут всего лишь 14 человек плюс 19 днем приехали, но я не знаю, кому доверять, как бы. Я лучше буду доверять себе. Всем привет!